Впервые в Видном пройдет благотворительный базар. В нем примут участие люди-инвалиды, родители детей с ограниченными возможностями, а также все желающие внести свой вклад в благое дело. Поделки в районное общество инвалидов начали приносить задолго до мероприятия. Благотворители, люди, которые творят благо. И вот обращаемся, люди, откройте свои сердца, помогите тем, кто в этом нуждается. Татьяна Абрамушкина – мать-одиночка, воспитывающая троих детей, двое из которых инвалиды. Прокормить-то такую семью сложно, а ведь еще и серьезная реабилитация требуется. Вот и решила Татьяна принять участие в благотворительном базаре, тем более, что рукоделием занимается давно. Поделки, не без гордости, говорит наша героиня, делали вместе со старшим сыном. Бывает, что и быстро устает, потом опять садится. Но он же видит, что получается все красиво. И поэтому это ему интересно. А рядом поделки юной видновчанки Саши Мошенцевой и ее мамы. Все имеют отличительную черту. От них веет предстоящим Новым годом. Новогодняя синичка. Когда мама ее делала, я ей помогала. А что ты делала? Как ты ей помогала? Расскажи. Завязывала вот тут и приклеивала. На благотворительной ярмарке будут продаваться изделия исключительно ручной работы. Вырученные средства будут отданы авторам, таким как Татьяна или Саша, а также другим людям с ограниченными возможностями, проживающим в нашем районе. Благотворительный базар будет работать 22 ноября с 10:30 до 14:30 в торговом центре «Солнечный». Татьяна Брылова, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.